Режиссер Сарик Андреасян спродюсирует фильм по роману Евгения Замятина «Мы». Он был написан в 1920 году и рассказывает о тоталитарном обществе будущего. Режиссером картины станет Гамлет Дульян, у которого на счету один полнометражный фильм, он не выходил в широкий прокат. Ну а сценарий напишет Александр Талал, который работал над «Дневным дозором». Картина должна выйти в прокат в 2019 году.